Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 16-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov». В предыдущем выпуске на заводе закрыл путь выживальщика хладнокровный под тремором двоих чувака в голову, хотя, как оказалось, там только перелома достаточно. Закрыл путь охотника-охранка с 6 чувака на заводе в районе офисов и сварил тушенку в убежище для квеста «Сильпо» от терапевта. Выпуск поддержали финансово «Санитар», «Гроза Запада», «Гость из Геша», «Олд Пеппер», «Нук», «Скептик» и «Роман» дубль оформил. Огромное спасибо за вашу поддержку, я только рад стараться. Будьте здоровы. Чистое небо в субботу планирую новый выпуск. Я все-таки оставлю ссылку в описании на свой второй канал, где летсплеи по сталкеру. Много кто о нем, оказывается, не знает. Питер, привет. Нук, любое большое и страшное или сложное дело боится твоего первого шага. Скептик, первую локацию, которую изучал, был лес, затем таможня, затем завод и так далее. Куда, в общем, квесты вели, там и я лазил. Всем приятного просмотра. Смотри, какой подходящий дейлик-то у нас сегодня. Выйти с локации лес на А-выходе на мосту, который на машине уехать пару раз надо будет. У егеря, смотри, можно подфармить лояльность за счет дейлика. Зиба, зажигалка, есть топливная тротиловая шашка, ТП-200 нужна, блин. Так, деньги есть, ключ от ЗБ на случай всякий тоже есть. Беру с собой пистолет как дополнительное, ВПО, горностай как основное. Есть у меня торчок под эффектом стимуляторов, в общем, 15 диких целых надо будет настрелять. Есть, кстати, филин, это можно будет ночью ходить на лес, на ночной лес. Вообще фантастика, я думаю, там ЧВК будет намного меньше, а значит диких останется намного больше и больше шансов будет выйти мне через выход на машине. В общем, все, что нам нужно, это убивать диких. При этом с болтовки желательно, чтобы навык владения снайперскими винтовками у меня прокачивался. Вот такие планы, если коротко. В убежище у нас тут тоже интересности есть. Я тут варку проводов заказывал, забирать. И водосборник второго, да, уровня у меня? Ну, пожалуйста, спасибо. Есть, водосборник второго уровня установили. Поскакали в рейд за ЧВК в лес. Время, конечно, сейчас не особо подходящее. С 9 бы загрузиться туда по-хорошему, чтобы, очевидно, каждый дикий у меня шел в квест фели. Но ничего страшного, мы это дело как-нибудь переживем, я думаю. Уши, пожалуй, застрахуем, и все. Я, наверное, за приоритет поставлю все-таки выход с локации на машине, потому что, ну, сами понимаете, дейлик простенький, два раза уехать с леса и за это получить 0,02 лояльности у егеря, тем более, что у меня с лояльностью напряженка там. Во как. Ничего себе, меня Тарков, смотри, прямо к деревне подспавнил такой. Спасибо, бро. Ты лучший, бро. Значит, нагуливаем себе опыта. Что ж такое-то? Что ж так много-то? Даже знаешь, вот так вот оно будет выгодней. Нормально. Ну, лес, как всегда, кормит. Чего ж тут говорить? Было бы недурно найти тротиловую шашку. Что такое? Мое? Нормально. Домой унесу, даже если погибну. Можно в тайниках посмотреть тортиловую так-то, да? Винстон. Нет, мне страйк нужны.
очень даже ничего получается. Да уж. Да тут и правда пройти. От респавна до выхода. И все. И тут в шоколаде. Глянем диких все равно. А по времени вот я теперь часы, хрен его знает, как смотреть. Раньше на Бировце я мог смотреть, наблюдать. А вот на Юсеке теперь не алё. Вот тебе и первое неудобство. О, есть дикий экос. Бам. Еще есть. Я не пойму, не могу разглядеть. Куда-то в дом? Не, не в дом он вышел. Подожди, у тебя очки как раз там светятся. Не, не могу разглядеть. Поближе сюда подойти и рискнуть. Где-то тут вроде за заборчиком сидел. Ой, ладно. Я сейчас просижу с тобой тут. Машина не уехала? Нет, не уехала. Ну и пофиг, мы сейчас еще в ночь загрузимся. Время до сих пор подходящее. Вот это прошел. Силуэт. Вышел как раз в переулок там, но вовремя. Заберем. Блин, можно было бы внутри посмотреть, да и фиг с ним. Да, не будем ничего смотреть. Поехали. Раз надо выехать, лучше выехать, пока есть такая возможность. Тротиловая шашка, кстати, может появиться еще тут возле выхода прям. На мусорном баке. Вон на этом. Было дело, я находил их там. Но это должно, наверное, подвести так, что... Вот так вот. Вот так вот. На рандомном спавне, вот здесь, прям на зеленом этом контейнере.
Есть. Застрелил, значит. Нормально. Я уже в этот не успеваю. Ты ничок. Наверное, тут досидим. Тем не менее, полный мешок у меня. Лута. Как раз денежку, да, вот так вот подфармить можно. Туда сходил, сюда сходил, раз, с деньгой. Успеваем. Все, поехали домой. И еще раз сюда же, в это же время. О, я. Под снайпером, что ли, появился? Да, это самолет. Так, мне надо в деревню. Сразу же в сторону выхода пойду. Ну, в принципе, я недалеко от места, где до этого заспавнился. О, выносливость до 5-го поднялась. Прогресс имеется. Прогресс, регресс. Только я теперь с этой стороны, пожалуй, подскочу. Без фанатизма смотрю. Один из коттеджей. Например, вот этот. И спешу на выход. Сейчас тут где-то был. Где-то был тайничок. Прям за этими коттеджами. Я не припомню точно. Вот тут, что ли? Так. Где-то тут есть тайник. От этих скал. То ли здесь, то ли... Не помню, прикинь. А. Не помню. Вот ты и прикол. Но он, в общем, где-то есть здесь. Блин, хотел показать. Ну ладно, в другой раз. Тайник, который мало вообще кто знает. О, дикие, алмаз. Кто-то есть. Вон он, блядь! Ебашь его! Блин, чё, болт доставать? Тварь! Сич, руку сломал. Что за со своего? Ё-моё, я вообще ничего не вижу. С помутнениями с этими. О! Ещё красавчик.
Блин, надо было мне фонарик сюда присобачить к пестику, да? Охуенно, сейчас поживемся. Нет никого. Ё-моё, в лупе вообще ничего не видно. А вон идет. Нехороший вы, блядь! Попал, не попал? Чё, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Не попал. Левый коронный, правый похоронный. О, шланг. Давай, как мочи! Раз для этого второго уровня. Белый броник тут спавнится. Еще белый броник. Спасибо, Тарков. Но не надо уже. Где ты был, когда тебя не было? Блин, вот без фонарика мне сейчас будет на ближней-то дистанции некомфортно с дикими стреляться. Ах ты ебагла! Ах ты хер ебучий! Да ты чё базаришь так сильно? Фары врубай, вапил! Где-то еще был. Что, незаметно мне в жбан какой-нибудь прилетит, да? Рандом. О! Спасибо, братюня! Авторем! Спасибо, родненький! Будьте здоровы, живите богато, я пошел домой. Надо фонарик присобачить к пистолету дома. Нет, конечно. А Диса же будет не Диса, если не посмотрит тайник. Знаете, если никто не смотрит тайники, значит здесь не было Диса. Потому что Диса хотрый. Диса смотрит тайники. Место еще для одного аккумулятора есть. Но он мне не нужен. Мне вот авторем закрыть, если я выйду с этим аккумулятором, я целый квест закрываю. А если еще на машине получится выйти, то я вообще уезжаю на дейли квесте. Отлично. Оптика еще такая, да? Но это такой бомж вариант. Бюджетный, точнее, не бомж. А вон что-то лежит. Что такое? Патроны. Не то пальто. Ладно, машину не прозевать бы. Ай. Офигеть, в Ютубе, наверное, вообще ничего не видно будет. О, бежит. Блин, не знаю, попал вроде, но не убил. Ну и ладно. Ну вот и квест первый сегодня закрываем. Авторем, я нашел последний аккумулятор, который требовался здесь из большого списка предметов. Можем закрывать. И дейлик для барахольщика с выходом с леса на машине. Пусть копеечный бонус к лояльности, но копейка рубль бережет, как говорится. А надо, кстати, с собой брать еще молоко, я совсем забыл про торчка. Ну вот, фильм потихонечку делается. 2 из 6 уже имеются. Пока ночь на дворе в Таркове, давай еще раз тогда туда же. Также ночером за ЧВК.
дробовика, теперь у меня есть фонарик на ближний бой, и будет проще, я думаю. Тупо лазим по локации и стреляем в удовольствие диких. Надеюсь, также ЧВК не будут мешаться, и я спокойно смогу позакрывать свои квестики с дикими. Вах-вах-вах, как ничего не видно-то вообще. Ну, самое темное время суток в Таркове — это как раз вот переход с вечера на ночь. И наоборот, я не в ту степь поперся. И наоборот, с ночи на утро. То есть от заката до полуночи и примерно часа за два до рассвета. Причем самое темное время, это вот я как раз сейчас вышел. Вот я в самое темное время сейчас вышел. Ну и ничего. Я все равно пойду в деревню. Покошмарю диких. Так, а там в условиях мне надо будет... Мне надо будет... Где он там? Вот он. А убить диких, не используя тепловизоры. Все, значит, там без разницы, с чем ходить. Можно будет пистолет доставать. И фонариком подсвечивать себе все это дело. Ну, давай тогда, наверное, я по тайникам местным прошвырнусь. Может быть, я все-таки ТП-шку найду. Если найду ТП-шку, то я фить опять с локации. Потому что там тоже лояльность светит. О, кот-рот тоже нам подходит в качестве стимулятора энергетик. Хоть глаз выкану, я еще не вижу. Так. Бам, ручная дрель. Она нам не нужна, у нас дома есть одна. Не, и так-то уже дома места нет. Вот здесь у нас сумочка еще есть. Которой ничего нет. Что за рейд с дрелями? Чистоган. Тут реле, но они стоят копейки. Как место занимать будет. Блин, непонятные какие-то прибамбасы. Нужны ли они или не нужны? Вот это, что за хрень? Бинелли какая-то приблуда. Ну давай пачку сигарет еще посмотрим. В ящике снабжения. О, волына. Автомат, наверное. КМН. Между прочим, послышалось, или кто-то здесь шарится? Сюда ПСО можем присобачить. Thank you.
все, можно домой идти закрывать еще один квест. Обожаю каждый рейд квест. Практически. Водява. Испью молочка. Там все равно действие его 5 минут. Этого за глаза хватит, чтобы в деревне там покошмарить дикарей. Где-то молодое деревце, вот оно. И под ним тайник. А в тайнике это, А у меня нет разгрузки. Ёлки-палки. Это грустно. Так вот, что ли? Еще, наверное. Посмотрим. Блин, хорошо, что я деньги взял все-таки. Вот, вроде бы уже сейчас сумерки проходят, и сейчас луна должна показаться, и тогда будет гораздо светлее. Да уже, в принципе, более-менее можно силуэты хотя бы различать. Не, в оптике вообще ничего не видно. Ну ладно. Все равно я с калашами не часто играю. Блин, а вот хот-рот я бы забрал. О, видишь, луна показалась уже. Что-то там видно там на. Ладно, пофиг наглую, буду с фонариком здесь лазить. Блин, кек лента, ё-моё, сколько добра-то не лутано. Поле непаханное. Дикий. Ты куда? Блядь, берца щеми! Подожди. Сдохни, тварь! Ага. Ребята. Давай, мочи! Давай, давай. Ты что там, бля, вопишь, упырь? Ну? Давай, давай, давай! Резче давай, пошел! Блин, этот теперь лезет сюда. Пиздюк! Так, один есть. О, вот и разгрузка. Я, пожалуй, переоденусь. Вот и место чуть-чуть появилось.
Охранник этот, говорите, тоже нужен будет. Кто-то даже писал, что по квесту нужен будет. Так, задача у меня выполняется. Еще пару диких. И дело в шляпе. А патроны я на пистолет не взял запасные. Блин, ну ладно. Кто-то фонарем мелькнул, видел? А, да вот он. Твой ее забор. И дреновож. А вон он, кажется, крутится. Ну, избушка. Быстрее, там еще слеп кто-то. Неужели послышалось? Тритончик зацепим, наверное, да? Мы растем прям на месте, на глазах. Еще бы одного дикого, а? Как хорошо было бы. Я бы просто вышел с локации. Чтобы залететь сюда по дню уже. Вон он, блядь! Ебашь его! Ё-моё, нифига себе ты сколько живешь. А почему я так... Да я ж вроде не мазал, смотри, тут попадание, тут, и там. Жесть какая-то. Настолько убогий патрон получается. Или я просто мазал что-то, фиг его знает. Ну все, филин готов к выполнению, к закрытию. Сейчас я быстренько тут осматриваюсь. Патроны около 15. А, Р-37 у меня там патроны слабенькие. Сейчас по Шурику, чисто чтобы эту ТП-шку не пропустить. Там мы дома съедим потом. Ведь есть шанс-то найти ее. Отъехать, правда, тоже есть шансы. Половина ПС-ок, говорит. Тут фонарика у нас нет, а тут есть.
Тоже сюда. Сейчас тут гранатный ящик еще хочу посмотреть. И все, и пойду домой. Потому что у меня как минимум два квеста на кону уже. В гранатном тротиловую шашку хочу глянуть. Вот здесь. Поедем домой? Поедем домой. Вот, ночью прям вообще нормально видно. Вот если бы YouTube еще не портил картинку, вообще было бы мечта. Кулер. Ребят. Садоводство, четвертая часть, еще на кону. А, нет, не на кону. Там еще видеокарты же нужны. Поехали. Такая ерундистика. Не то, что нам надо, поэтому я пошел домой. Зашибись, у меня есть два квеста, которые ждут выполнения своего, да? О, кто-то светит, что ли? Или показалось мне? Да, светит кто-то. Наверное, было бы неплохо, чтобы каким-нибудь либо дополнительной подсказкой, либо что-то в этом духе указывалось еще время, да? Не время рейда, а местное время, когда ты его пристрелил. По садоводству сдаю последний кулер, который необходимо было с галкой найти. Остается только две видеокарты. Нашел последнюю пачку сигарет Strike. Ее передаем и закрываем квест «Вредная привычка». Путь выживальщика Филин закрываем. Без тепловизоров и ПНВ шестерых диких ночью застрелили. Надо все-таки за дикого прогуляться за ТПшками. Я думаю, в сторону маяка можно будет прогуляться. Не так, конечно, вальяжно сейчас бегать там на дороге, ведущей к маяку. Но тем не менее, сходить туда надо. Я там часто находил ТПхи, и надо еще раз туда сходить и забрать эту ТПХу. Надеюсь, она там заспаунится. Обаджа. Airdrop как раз летит. Ну, спасибо, Тарков. Что я могу сказать? Это просто... Это просто что-то с чем-то. Ну как? Как вот это еще назвать? Как вообще? Я не знаю, как это назвать. Спасибо тебе, родненький. Я тебя тоже люблю. Спасибо, спасибо, еще и кормит. Хотя нет. Не будем сразу его убивать. О, аирдроп полетел. За деревню. Что у нас по выходам? Все, там уже возня начинается, да? Может тогда не идти туда? Давай сюда. Укрытие в гроте, схрон под дебаркадером. Можно будет туда выскочить, если... Ну, в общем, давай в ту сторону будем метиться. Попутно шарить
в местах интереса. Если выживем и найдем то, что нам надо, будет офигенски. Тут не ступала нога челобота еще. Нога челобота пошла за аирдропом, скорее всего. Так. Там внизу интересно, что-то должно быть тоже, да? Вряд ли тротил. Скорее всего, тут ЧВК уже лазили. Ой. Я думаю, тут ЧВК похозяйничали уже. Хотя нет, что-то есть вон в сумке. А, ну это мусор. Медицине пусто. Ладно. Болты — это уже что-то. Альонка. Что это? Кто это? Ё-моё. Пицун испугал меня. Ладно, пусть тут ковыряется. Не будем лишний раз. Сука ты, блядь, а, они еще и там в патиф какой-то, да? О, челоботики двигаются. Или это дикий обычный? Ну, значит, по этой стороне, по побережью. Время у нас, ого, 20 минут. Неплохо так. Щедро, щедро. Значит, поищем ТП-ху. Получается. Правда, чем больше времени, тем опаснее все равно еще в этот рейд попадать. Так как ЧВК же тоже еще, скорее всего, где-то лазит. Понятно. А в этих коттеджах имеет ли смысл что-то там искать, смотреть, а? Слушай, я что-то не припомню, чтобы здесь что-то прям такое было, вау. Ради чего сюда бежать надо было бы. Но, с другой стороны, я маяк не очень-то хорошо знаю карту. Где, ну, по луту, по спавнам.
Так что попялимся. Конденсаторы. Прикольно. Вон там веселуха, похоже, самая, только начинается. Не знаю, что тут может появляться. Ну, как раз и узнаем сейчас. Деньга. Money. Oh, money. Полтишок в лучшем случае доляров. Пусто. Ничего интересного. Ладно, здесь у меня еще есть... не у меня, а вообще есть на карте интересное местечко, где... Этот субарик застрявший. Там кое-что по хламу можем будет посмотреть. Ну, таков будет план. Здесь посмотрим, вдоль берега просто прошвырнусь. Что найду, то мое. Если выживу. Да и все. Такое ощущение, что это где-то прям недалеко стреляют, если еще учитывать, что я без наушников. Что вектор движения я выбрал правильный, однозначно. Шланги хоть и не стоят сейчас особо дорого, но домой пронести ради... Я же собирался санузел третьего уровня ставить. Все не покупать, да? Если что, будем знать, что мы можем скинуть это добро. Покормим снайперов. Патрон у меня не алё. Шуваяка с меня тот еще. Ух ты, вот это интересная тема. И круглые губцы почему-то дорого стоят. Что-то какой-то есть бартер, которым я не знаю. Но зато знаю, что они стоят чего-то, эти круглые губцы. Щеки и клиента. Оружейный сейф ни о чем, ключ вроде бы. Но пока я шашку эту тротиловую не нашел, значит идем дальше дебаркадера. Я думал, если до дебаркадера найду, то там выйду на дебаркадере. Но нет, значит ищем дальше. Охрень. Пацаны, тротил есть? Дайте тротил по-брядски. О, вот это мы заберем.
эти запчасти уже, по-моему, ничего не стоят. Хотя у меня там еще хуже есть. Вот здесь ждет меня тротиловая шашка. О, у меня юмб здесь ждет. Падет. Падет. Честно говоря, вот я заметил прям разницу в игре, когда перестал бегать, лутаться, там за дикого где-то лазить, ковыряться. Очень много квестовых предметов мне потом приходится лазить за ЧВК искать. Это все знаете почему? Потому что вы говорите, да куда уже лута этого? Сколько хватит уже лутаться? Давай уже. ПВП. Одно и потому, убегаешь от ЧВК, боишься играть. Вроде никого. Особенно вон тот паренек в белом, красава, блин. Ничего не понимаю. Так, где-то тут еще была кухня. Что-то в этом духе. Тут что ли, да. Нет, не тут. Но эта кухня, там антиквариат спавнился. А, вот она. Да, точно. Судя по всему, дикие никто не лутал, не ходил. И антиквариата, к сожалению, нет. Че, рано или поздно же мне придется за антиквариатом-то тоже бегать. Ладно, бог с ним. Теперь вся надежда на рыбацкий дом и рядом, которые там машины. Главное, чтобы никто там в оптику не пялился. Ни на маяке, ни наоборот, с другой стороны. Прям иду и прям жду, когда пролетит. Такая опасная здесь местность стала. Опа. Смотрим дальше. Например. Ну, тушенку, наверное. Хотя ее... Что, какие давай? Ну давай шланг туда. Туда его. Ну все, как раз место осталось для одной тротиловой шашки. И времени как раз на одну тротиловую шашку осталось. Свечи... А, нет, я же закрыл алтарь, мне свечи больше не нужны. Все ровно. Пум-пум-пам-пум-пам-пурам-барум-барум-пум-пам-пум-пам. Все ровно. Пум-пум-пам-пум-пам-пурам-барум-барум-пум. Блин. Блин. Блин.
О, запивон, закусон, только в сортире это все дело. Кто ж так делает-то? Ой, запивон, закусон, говорю. Выпивон, запивон, 303. Вау! Сюда я. Ну, осталось для полноты картины еще найти ТП и помереть. Вот как раз сейчас снайпер, который там смотрит. А где тут был ящик? Тут же вроде ящик был какой-то. Ладно. Боксом с этим ящиком. Но я так поглядываю на скалы время от времени и на маяк. Я там ничего, в принципе, опасного не вижу. Никаких движух. Но и они тоже не дурачки, так просто сидит полиция. Еще... А, нет, это элит, пассатижи, бог с ними. Не надо. Очень надеюсь на кузов вот этот. Блин, там нету ничего. Ах, елки-палки. Не судьба мне найти себе ТП-ху, походу. Болты. Я бы забрал болты. Нету, видно отсюда, что нету. Блин, жаль. А, ну все. Все, погнали дальше за ЧВК в лес. Получится, не получится ТП-ху найти, бог с ней. Мы будем делать тогда дальше прокачку болтовок. Теперь все это дело будем делать днем. Ну и с собой взял энергетиков, молока, чтобы под эффектом стимуляторов делать квест-торчок. О, по дню будет веселее, спокойно будет, нужно будет обнаруживать, видеть всех и вся, но, к сожалению, и ЧВК будет гораздо больше, я так думаю, да? Ну и ладно. Что тут, давай еще раз туда же, в деревню, раз уж меня тут сюда заспавнило, посмотрим деревню, из деревни потом пойдем сюда назад под скалы, здесь будем стрелять. Сейчас я подниму, попробую найти этот тайник, который хотел показать как раз. Это он, как-то он... Как-то... А как же я его обнаружил-то? Прикольный такой тайник, он прям посреди вообще поляны, но при этом его не так просто увидеть. Вот эти вот, короче, крутые камни, как ориентир, и от них в сторону коттеджей, вот, вот как раз под этой елкой, по-моему. Ну точно, вот он. Копченый дымоход. А чё я доляру не выгрузил? Глупец. Так, молочка жахнули, значит мы под эффектом стимуляторов в течение какого-то времени. Поехали. Поехали, диких джбошек. Чуть я не дошел, походу, в прошлый раз, да? До этого тайничка. Так, шо тут, парни? Загляну на хату, посмотрю. Протил. Тротил, не тротил, тротил. Тротил. Что
Это я зря выпил молочка, надо было убедиться в том, что здесь есть дикие, но я почему-то не сомневался, что они тут будут. А их что-то и не видать. Не слыхать. Начинается, вот шланги нашел, вот вроде бы оно как бы проще купить, но с другой стороны, что покупать, когда вот он лежит. Шоколадка. В сортире. О! Аля! Что еще за так? Заныкай. Давай этот хотя бы заныкаем. Прежде чем. Да пошел лутаться, нафиг. Лиса, успокойся. Че, правда? Нет ЧВК? Тут сложно поверить в это. Ищем тротил. Я не лутаюсь, я ищу тротил. Я не лутаюсь. Я ищу тротил. Я еще тротил. Блин, уже тяжелый стал, 24 килограмма. Но я не лутаюсь. Снова белый броник. Это что такое? Процессор. Блин, когда они нужны были, фиг. Когда они нужны, три штуки за два рейда. Я ищу тротил. Не лутаюсь. Я ищу тротил. Я не лутаюсь, я ищу тротил. Интересно, вообще нет диких. Че вы, где должны же подгрузиться? Ой, это что, вазик? Точно. А вообще я пришел сюда диких стрелять. На секундочку. Короче, нафиг. Нет, сюда. Нет, сюда. Еще в хате есть ящик с гранатной. С гранатами. Там тоже можно найти. Оооо.
Мать моя женщина, спасибо, Тарков. Ты очень добр ко мне. Ты мне дал железный повод покинуть этот рейд. Позвольте мне покинуть этот рейд. Сейчас обязательно повылазят дикие ЧВК и прочее. Шерсть. Вот так вот. Но все равно там сидеть. Ждать машину. Схожу за тайничком. Страйк. Уже не надо, спасибо. Шлем заберем. Ни одного дикого так и не появилось на коттеджах. Это для меня удивительно на самом деле. Но и такое бывает. Ну и ладно, я и не расстраиваюсь. За счет Daily Quest'а все-таки удалось сегодня вырвать еще 0,02 лояльности у егеря. Передаем зибо, зажигалку и тротиловую шашку. Запустили улучшение санузла до 3 уровня, 7 часов потребуется на улучшение. Поставил на варку 2 маленьких ВДшек, они мне нужны будут для улучшения склада. И на верстаке заказал варку 8 проводов. Пусть потихонечку все эти квестовые предметы и для улучшения убежища варятся. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем отличного настроения и приятной игры. Благодарю за пальцы вверх, за поддержку, за ваши комментарии. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.